Первый день лета в Ненецком округе открылись детские пришкольные площадки и началось летнее трудоустройство подростков. Организованным отдыхом и трудом в этом сезоне будут заняты около 2500 детей. Часть ребят проведут летние дни на базе 5-й городской школы. Там впервые в регионе организован летний трудовой лагерь для подростков от 14 лет. Первую половину дня ребята будут проводить с пользой, работая в чистом городе, а вторую часть – отдыхать и общаться со сверстниками на школьной площадке. С первопроходцами пообщалась наша съемочная группа. Ванюта Григорий. Перед первым рабочим днем обязательный инструктаж, выдача формы и перчаток. В летний трудовой лагерь на базе 5-й школы записались 25 подростков. Для большинства это будет первая запись в трудовой книжке. К работе ребята готовы. Говорят, это лучше, чем сидеть дома. Да, интересно все-таки. Как сказать, лето сейчас не особо жаркое, да, и поэтому, в принципе, в июне почему бы не поработать? Тем более, что еще потом поедешь в отпуск. Да, зато с друзьями веселей, чтобы время так зря не терять. Зря время точно никто не потеряет. Ребята не только займутся общественно полезной работой, очистят улицы и дворы от мусора, но и получат за свой труд заработную плату. За 21 рабочий день каждый подросток заработает около 16,5 тысяч рублей. Для Дениса Личутина это уже второе рабочее лето. В прошлом году работал в Ависта-сервисе. Первую зарплату потратил с пользой. Купил телефон, купил одежду, потом купил тетради себе, что надо было на 8 класс, принадлежности, ну и так, на мелочь. Фронт работ для ребят определен на месяц вперед, и к труду отряд приступил уже сегодня. От моста до моста. Поняли? От реки, до аэропорта. Вот наши квадраты, которые мы должны с вами очистить от мусора. Да, сегодняшний наш квадрат – это территория 5-й нашей школы. После нескольких часов работы в день ребята будут возвращаться в школу. Такой досуг в формате летнего трудового лагеря для региона в новинку. Идею удалось воплотить на средства гранта. Проект разрабатывали совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация родителей». Град называется «Дело, время, потехи, час». То есть вот он состоит, как бы рабочий день, скажем, да, день пребывания детей здесь будет состоять из двух частей. Первая часть, они приходят, вот они позавтракали, ушли на работу вместе с нашими воспитателями, ну, преподавателями нашими, да, которые будут их сопровождать и будут вместе с ними. Дальше они приходят, обедают после работы, передохнули, и у них пошла уже развлекательная часть. Это фильмы, это доп. Образование. В следующем году подобный опыт можно будет распространить и на другие школы региона. Таким образом, трудоустроенных и детей будет больше. В предоставлении рабочих мест «Чистый город» готов содействовать и дальше. Помимо 25 детей из 5-й школы, в этом сезоне коммунальное предприятие предоставило немало вакансий в центре занятости. В этом году у нас запланировано трудоустроить несовершеннолетних 160 человек. Это 60 человек получается у нас в июне, 50 человек в июле. Этим летом окружные подростки будут работать не только в чистом городе. Взять ребят на работу изъявили желание 60 организаций и предприятий региона. На сегодняшний день заявки на трудоустройство подали 665 мальчишек и девчонок. Работодатели готовы предоставить 726 рабочих мест. У нас единственный возник вопрос, что очень много желающих трудоустроиться в июне. И вот на сегодняшний день чуть больше 50 детей. К сожалению, вот мы пока не можем трудоустроить. По поручению губернатора мы сегодня проводим совещание с крупными работодателями, с руководителем органов исполнительной власти. Надеюсь, мы этот вопрос решим. И вот оставшиеся дети, которые изъявили желание работать в июне, мы их обязательно трудоустроим. Вот в июне сейчас приступают к работе в городе и поселке Искателей 250 детей. Это у 37 работодателей и около 100 детей в селах. Где-то 13 работодателей изъявили желание трудоустроить детей. По словам Сергея Свиридова, прием заявок на трудоустройство продолжается. У ребят еще есть шанс занять вакантное рабочее место на июль и август. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Север».